В целях повышения роли махалли в жизни общества и совершенствования системы управления в сфере по всей стране продолжаются заседания делегатов учредительной конференции Ассоциации махалли Узбекистана. В центре внимания задачи, предусмотренные в соответствующих документах руководителя страны. Материал из Каракалпакстана и Сурхандари в продолжении темы. Махалля – настоящий мост между народом и государством. Сегодня в стране создаются условия для укрепления этой системы самоуправления граждан, ее полноценного функционирования. Последние изменения и обновления также обсуждались на заседании Совета поддержки деятельности Института Махалли. Были подробно разъяснены процессы реформирования и дальнейшего развития деятельности махаллинских семерок в рамках поставленных задач, соответствующих указе и постановлений главы государства. Было отмечено, что эти документы должны стать ориентиром в работе для 724 председателей сходов граждан Махалли. Эти нововведения позволят решить все вопросы граждан внутри самой Махалли. Согласно постановлению, статус председателя Махалли был повышен. За это мы благодарны президенту страны. Если председатель Махалли будет давать необходимые поручения, зная функциональные обязанности всех подчиненных, то тогда можно выполнить задачи, стоящие перед системой. Все реализуемые сегодня меры направлены на улучшение социального положения Махалли, обеспечение стабильности, что играет важную роль в преобразовании облика сходов граждан. В соответствии с повесткой дня были избраны делегаты от области для участия на учредительной конференции Ассоциации Махалли Узбекистана. На аналогичном заседании, прошедшем в городе Нукусе, приняли участие представители Джухара Кенеса Республики Каракалпакстан, Общественного фонда Нурани, председатели Махалли, а также делегаты, избранные из городов и районов. Говорилось о роли Института Махалли, развитии государства и общества, о целях и задачах на перспективу, которые предстоит реализовать в сотрудничестве. Звучало, что современная Махалля должна обладать не только правовой, но и достаточной материально-технической базой для эффективного выполнения своих задач, быть надежным мостом между народом и государством. И с этой точки зрения принятый президентом указ от 21 декабря 2023 года обозначил ключевые приоритеты. На встрече председатели махаллинских сходов граждан выдвинули свои идеи и инициативы, касаемо эффективной реализации поставленных руководителем страны задач. Обсуждены также дальнейшие работы во взаимодействии с махаллинской семеркой по изучению проблемных вопросов населения и своевременному устранению выявленных вопросов. Как говорил руководитель нашей страны, Махалля должна стать мостом между государством и народом. Вопросами, волнующие население, должны заниматься сходы граждан Махалли. Мы рады принятию данного указа и постановления, и в целом вниманию президента. Если благополучная Махалля, то и народ процветает. Мы будем работать вместе и реализовывать все эти нововведения. Только так сможем достичь поставленных целей. По итогам заседания избраны 10 делегатов для учредительной конференции Махалли.